Амандык Жантемиров – личность, которая внесла большой вклад в развитие журналистики нашего региона. Он писал о жизни сельчан и родного края, брал интервью у таких знаменитых североказахстанцев, как Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Иван Шухов. 25 марта прославленному журналисту было бы 80 лет. О его жизненном пути поговорили в областном историко-краеведческом музее. Почетный журналист Казахстана, деятель культуры, почетный гражданин Северо-Казахстанской области. Амандык Жантемиров широко известен в кругах интеллигенции и сообщества журналистов. В разные годы он работал заместителем главного редактора газеты «Ленин Туэ», главным редактором областного радио и телеканала. В честь 80-летия нашего талантливого земляка в историко-краеведческом музее провели вечер памяти. Главная цель мероприятие – проследить жизненный путь и поговорить о наследии, которое оставил наш земляк, почетный журналист Казахстана Амандык Жантемиров. Мы пригласили его родственников, друзей, тех, кто был с ним знаком и работал. Они поделятся своими воспоминаниями. В их числе и младший брат журналиста Амантай Жантемиров. Говорит, с самого детства в нем отчетливо прослеживался писательский талант. Уже тогда его труды публиковали в республиканских детских газетах. Он туда писал стихи. То есть это самые статьи, он туда писал свои ребусы, самые какие-то рассказы, а потом в дальнейшем он развивал себе, и он на двух языках писал, на русском и на казахском. Вот Северо-Казахстанской области, вот в Персновском районе была районная газета, он туда много написал о жизни нашей деревни, его жителей, его работников сельского хозяйства. Очень много писал именно в школьные годы. Труды Амандыка Мурзахметовича о жизни региона и сельчан, о социально-экономическом развитии и культурной сфере. Все они получили высокую оценку читателей, отмечают собравшиеся. Также на вечере организовали выставку, где разместили фотографии писателя, его книги и личные документы. Адилия Кушекова, Дамир Искендиров, служба новостей.